Так и есть. Подача. Гол! Браузман! Браузман! Христиан! Ты попал в расширенный список национальной сборной. Вот у меня тогда такие эмоции были, прям нереально. Мне кажется, чем больше финансирования, тем больше шансов как у сборной, так и у клубов показать себя. Привет, друзья! В преддверии игр сборной Кыргызстана по футболу у нас сегодня крутое интервью с лучшим молодым игроком 2022 года, Христианом Браузманом. Вот он у нас уже пришел. Всем ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как у вас? Хорошо, мы как сами. Все хорошо, все отлично. Скоро предстоят игры сборной, поэтому мы решили сделать интервью вот с самым перспективным молодым игроком. Как настроение, как дух перед играми? Ну, перспективных игроков у нас очень много по стране. Настроение, конечно, позитивное. Всегда очень рады играть при родном стадионе, при домашних стенах. Это всегда как нас гонит вперед, добавляет нам мотивации играть, становится лучше. Поэтому эмоции самые позитивные. Угу. Настроение суперское. Все рады. Вас назвали... Давайте пасме. Вас назвали самым лучшим молодым игроком 2022 года. Добавляет ли это ответственности? И какие вообще впечатления от этого? Ну, я скажу так, это добавляет, наоборот, мотивации больше работать над собой, чтобы уже в следующих годах стать лучшим игроком Кыргызстана. Круто. А так, я еще раз повторюсь, что у нас по Кыргызстану очень много перспективных, и тогда, когда я получал награду, я сказал, что все достойны были из молодых. Очень круто. С кем мы играли вместе. Христиан, вы один из перспективных игроков. Вот вы с детства мечтали, да, стать футболистом? Ну да. Расскажите о себе, как вообще пришли? Слуга мамы. Ага. У нас, получается, была секция в садике. И с 6 лет меня уже как бы отправили на футбол именно от садика. Как я с садика выпустился, меня мама через полмесяца отвела на тренировки. Тогда еще моего возраста не было. Отвела меня на группу, на две группы старше. То есть не моего возраста, там 2001-2002 года были. Вот я с ними начал тренироваться, и со временем это самому понравилось. Я уже стал с большим желанием ездить. И с того времени я понял, что уже хочу стать футболистом, связать свою жизнь с футболом. Сразу стали защитником? Ну да, меня тренер как-то сразу увидел, сказал, ты у меня будешь, говорит, центральным защитником. Наверное, из-за роста, из-за там. Ну да, я тогда тоже в детстве был не маленький, был габаритный, еще немного пухлый. Ага. И то есть как бы нападающий, это было бы очень странно. И как складывался ваш путь футболиста? Ну как, я стал какие-то свои личные успехи делать. В первый год, как я стал заниматься, меня тоже в одном из турниров признали лучшим игроком. Тогда, помню, мне подарили такой сервиз, набор из чашечек. И тогда я с большой улыбкой и радостью в душе я повез их домой и подарил маме. Сказал, что спасибо тебе большое, благодаря тебе именно я стал лучшим игроком этого турнира. И дальше, потом, в последующие года тоже делал всякие разные успехи и становился неоднократно лучшим игроком турнира, лучшим защитником турнира. Абдышата считается такой некой кыргызской Барселоной, да, одним из прогрессивных клубов. Как попали туда? Ну, заслуга мамы, наверное, и отца моего. То есть изначально вы ходили в академию? Да, у нас, я говорю, была секция, как в Абдышате, то, что очень хорошо, они предоставляют возможность всем начать заниматься. Угу. Они вот именно садика, у нас по канту 4 садика есть, если я не ошибаюсь. И то есть каждая группа из садика, когда она уже выходит на определенный этап, когда им уже по 5-6 лет, они начинают ездить в секцию Абдышаты и заниматься с тренером. То есть кому нравится, они уже остаются и продолжают своей академии по своему возрасту уже заниматься. И когда вы решили, что вот футбол это мое и все, будущее свяжу с футболом? Ну, наверное, лет в 9 уже, 8. Как кто-то был примером для вас, может, из футболистов или, может быть, кто-то из местных, из мировых? Нет, ну, все равно, конечно, кумиров много, из центральных защитников. На тот момент тогда очень мне нравился Пьёль, когда он играл в Барселоне. Вот он мне очень нравился, и потом со временем я стал фанатом мадридского Реала и смотрел за Рамосом, как он играет. Мне его очень стиль игры нравился.
То, что он для защитника, он жесткий, грубый, все делает в рамках правил. Ага, то есть изначально, да, защитники нравятся? Да. Ага. Ну так, ну из нападающих, конечно, как не выделить там Месси и Роналду, условно говоря. Когда ты смотришь футбол, и все внимание всегда на них. Угу. Как произошло то, что вас позвали в национальную сборную? Ну это было вообще неожиданно, я об этом даже не знал. Угу. Я помню, с игры вроде ехал. Домой меня забрали родители после игры домой, или это была тренировка, уже точно не помню. Мы заехали в магазин. И вот в магазине хожу, и мне мой самый первый тренер, Ростов Николай Николаевич, написал, говорит: поздравляю тебя. А я хожу, я не понимаю, с чем. Ну, мы ту игру, да, это игра была, мы эту игру выиграли, я не помню, какой счет. Он говорит: поздравляю тебя. Я ему пишу, с чем, говорит: ну, типа, ты попал в расширенный список национальной сборной. И вот у меня тогда такие эмоции были, прям нереально. И как, какие первые впечатления, когда попал на базу со сборной? Блин, положительные, очень положительные. Я, ну, первые дни, конечно, мне как-то осваиваться было, ну, тяжело все равно, как бы, такие люди, которые уже давно в футболе, звезды кыргызского футбола, все равно, там был Мирлан Мурзаев, все вот были из звезд, и мне все равно, как дебютанту, было очень волнительно этот сбор дался. Угу. А, ну, кто был таким главным авторитетом для себя из кыргызского футбола? Из кыргызского футбола? На тот момент, да. Валерий Кичин, так как он все равно защитник и капитан тут, команды. И тут вау, ты с ним в одной сборной. И тут, да, я тоже помню, когда по телевизору еще смотрел, когда он голы Казахстану с дальней дистанции забивал, этот матч тоже в прямом эфире смотрел. Я себе тогда сказал, говорит, когда-нибудь я по-любому сыграю с ним в паре. Ну, вот так и получилось. Прям поставил мечту, да, такую детскую, да? Ну, я себе вообще тоже мечту в детстве поставил, мне лет 13 было, я сказал, что к 18 годам я попаду в национальную сборную. И попал к каким годам? Ну, когда меня уже внесли в список, мне было почти 18, там 17 лет. И... Вау. Даже раньше, 350 дней, что-то такое было, я не помню. Ну, вот и в итоге, когда мне уже исполнилось 18 лет, через неделю у нас уже сборная началась. Ну вот расскажи о первых впечатлениях от твоей первой игры. С кем это было и как? Ну, первая игра прошла с Бангладешем. Мы выиграли 4-1. В основе вышел? Да, вот это моя первая игра именно была в основе. У нас, получается, по трёху были игры против Палестины и Бангладеша. Против Палестины меня не выпустили, но так как все равно просто нужно мне было немного к атмосфере привыкнуть. Ну и потом, когда я узнал, что буду играть в основе, ко мне подошел сам тренер, сказал, говорит, типа, мы в тебя верим, мы на тебя надеемся. Говорит, ты показал на тренировке то, что ты достоин, ты можешь выступить в этой игре в основе. Там, несмотря на возраст, несмотря там на ответственность, говорит, типа, мы тебе доверяем. Ну, я тогда тоже бегал, у меня все равно такое большое волнение, ко мне просто подходят, говорят, просто улыбнись и расслабься. Ну и все, после этого игра прям, ну, хорошо, удачно так сложилась. Практически отыграл, там, можно сказать, без ошибок. Все равно какие-то ошибки есть, тренера там разбирают, это футбол не без ошибок. Ну и все, я игру разобрали, я остался доволен. То, что еще выиграли, это вдвойне доволен. Угу. Но была игра очень тяжелая, именно физически. Морально я после разминки уже освоился, а вот физически тяжело было. Все равно темпы другие, скоростя, уровень. Христиан, поговорим о ближайших целях и задачах. Где вы, например, себя видите через несколько лет в футболе? Ну, я себя вижу в Европе. В Европе? Да. В каком-то конкретном клубе? Ну, конкретного клуба нет, просто хочется играть в Европе. Угу. А что для этого нужно, на твой взгляд? Тренироваться, работать над собой. А вот давай пофантазируем, или вот исходя из твоей мечты, да? Угу. Какие титулы и награды ты хотел бы завоевать? Лично как клубный футболист и как футболист сборной Кыргызстана? Ну, если как клубный футболист, конечно, если фантазировать, золотой мяч хотелось бы забрать. Ну, вместе со сборной, я уже говорил об этом, я хочу выйти на чемпионат мира. Для меня это будет самой большой наградой. А это реально в ближайшее будущее? Это реально. Что нужно для этого сделать, какие аспекты подтянуть, на твой взгляд? Ну, я думаю, в этом плане пусть разбирается тренер. Но потенциал есть. Ну, потенциал у сборной, да, большой. Ну, для начала, может быть, надо выиграть хотя бы Кубок Азии? Может быть и так. Ну и без этого можно тоже выйти на чемпионат мира. Угу. Как сейчас обстоит дело с конкуренцией в сборной Кыргызстана, особенно в защите? Как вот ты конкурируешь, и что ты делаешь, чтобы доказывать тренеру, что ты лучше?
Ну, все равно как бы у нас сборная конкуренция здоровая. То есть нет такого какого-то там неблагоприятной конкуренции. Доказываю на тренировках, стараюсь показать все свои лучшие качества. Угу. Что говорят, все выполняю. Как дела обстоят с детско-юношескими школами, с селекцией? Вот ты являешься одним из продуктов, да, того, что молодого игрока. Угу. Молодой игрок с глубинки стал уже основным игроком сборной. За все клубы, правда, я не могу сказать, потому что я много тоже могу и не знать. Ну, скажу вот за Абдышату то, что все равно в Абдышаты много в разных филиалах, которые находятся и в Токмаке, там, и в Бишкеке, и в разных селах страны, где они поддерживают всяческих детей, которые тренируются, и потом уже, проходя отбор, они приезжают на тренировочные поля Абдышаты и там начинают заниматься. Касательно вообще общего футбола, на твой взгляд, прогрессирует футбол в Кыргызстане? Да, в последние годы очень хорошо стал прогрессировать. Амплуа защитника считается такой очень нужной, но не самой популярной, да, в футболе. Но, тем не менее, особенно центральный защитник, такой фундамент обороны. Вот самый сложный нападающий, против какого тебе приходилось играть? Самый сложный? Наверное, против Мурзаева. Ну, это я когда в Абдышате справа играл. Это он, внутри чемпионата, да? Ну да, внутри чемпионата. Против Мурзаева, а за границей, честно, даже не знаю. Прям такого сильного сопротивления не чувствовал. Вы заранее изучаете, да, игроков и персонально? Ну да, все равно, конечно, кто как играет, у кого какая сильная нога, куда кого загонять, конечно. На данный момент сколько игр отыграл в сборной? Ну, если не ошибаюсь, 7 вроде. 7 игр? 7 или 8, 7. И какая самая была запоминающаяся? С Таджикистаном. Расскажи. Ну, в этой игре я даже не знаю, что рассказать, потому что эмоции тогда переполняли. Полный стадион был, я вообще безумно благодарен нашим болельщикам за такую атмосферу, поддержку на стадионе. Я прям после игры я по полю ходил, я не видел ни одного там свободного места. То есть все места были заняты, даже билетов не осталось. У меня многие знакомые тоже просили, говорит, можешь как-то билетом достать, я говорю, уже этих нету мест, я никак уже не смогу помочь. То есть эта игра прям такая очень и волнительная была, и ответственная. То, что все равно хотелось, конечно, выиграть. Мы сыграли в ничью, но могли выиграть. Впереди еще очень много важных игр, как за клуб, так и за сборную. Вообще поделишься планами? Какие у тебя планы? Ну, я всегда говорю, планы у меня самые большие. Ага. Ну, то есть, конечно, все равно хочется уехать из Кыргызстана, чтобы развиваться, развивать себя самого как личность, как футболиста в целом, чтобы посмотреть уровень других стран и, то есть, повышать свою квалификацию с каждым разом. Чтобы уже как бы приезжал я в национальную сборную и мог помочь ей хорошо. Года два назад тобой интересовался Пахтакор, да? Про это писали. В прошлом году. На сайтах в прошлом году, да. И почему не состоялся переход? По-моему, мне позвонили представители Пахтакора. Как я понял, мне позвонил один менеджер команды или агент, можно так сказать, скаут, скорее всего, будет правильно. Скаут позвонил, но он на меня вышел, мы с ним договорились. Я сказал, говорю, позвоните, пожалуйста, моему агенту и решите все дела с ним. Я был только за счастлив. Они мне сказали просто одно, а когда агент с ними связался, они агенту, наверное, только недели через 2-3 позвонили. Угу. То это уже инициатива моего агента была, он уже стал сам интересоваться, через своих знакомых пробивать. Вот они поговорили, и агенту обозначили совершенно все другие условия, ну, не сошлись. То есть я им сказал, я хочу показать себя, я хочу играть за основную команду, ну, хотя бы не полные игры, но уже стараться. Я говорю, я себя покажу, они говорят, первые полгода ты за основную команду только тренироваться сможешь. Это не всегда. Ну, ты хотел? Ну, я хотел, конечно, но все равно Пахтакор, Гранд Азия, почему бы нет. А вообще в твоих мечтах, если будет возможность, ну или если так мы с тобой пофантазируем, какой бы клуб ты выбрал? Клуб твоей мечты, скажем так. Реал. Реал Мадрид. Конечно. Что думаешь, реально? Конечно, реально. Почему нет? В смысле пройти туда? Да. И что ты делаешь для этого? Работаю над собой, тренируюсь, развиваюсь. Вот извне кажется, что жизнь футболиста красивая, да, это любовь фанатов, постоянные сборы, кажется, да, и, возможно, там финансовые какие-то
какие-то преимущества есть. Вот расскажи изнутри футбол, как он выглядит? Ну, изнутри все равно это очень тяжелый вид спорта, травмоопасный тоже. Многие говорят, что пришли, просто там мяч попинали, деньги заработали. Ну, на самом деле это тоже не так. Все равно ты играешь в футбол не ногами, ноги – это инструмент, ты играешь в футбол головой. Помимо этого, вот то, что частые травмы. Это очень, как еще раз повторюсь, травмоопасный вид спорта. И, то есть, блин, малейшее какое-то столкновение может тебя привести к травме, где ты через 2-3 недели уже окажешься никому не нужным попросту. Да, масса есть таких примеров. Да, поэтому футбольная жизнь, она, ну да, кажется красиво, но внутри самого футбола это все равно очень тяжело. Нагрузки, когда дают на сборах. Но это касательно сборной. Давай вернемся к клубному. Ты сейчас играешь в одном из таких крутых клубов Кыргызстана, Абдышата, называют кыргызской Барселоной, да. Вот как ты думаешь, почему кыргызские клубы не могут выйти на какой-то более высокий уровень, чтобы и там показывать зрелищную, яркую игру? Этого, честно, не знаю. Может, какого-то финансирования. Мне кажется, все равно... Ну да, скорее всего, может, за финансы. Потому что все равно немногие хорошие футболисты сюда приедут играть за там какие-то копейки, которые предлагают. Если им где-то в другой стране предложат, там, 10 тысяч долларов здесь предложить, это еще, конечно, он туда поедет. Приход в сборную нового тренера, как повлиял, познакомились ли с ним, какие вообще впечатления? Ну, мы виделись с ним пару раз, просто поздоровались, спросили, как у друга дела, и все, прям такой близкой беседы, конечно, не было. Ну, как повлиял, это я еще не могу сказать, потому что мы с ним не работали, не занимались. Еще тренировок не было, да? Ну, нет, у нас сборы вот начинаются с 1 числа. Там уже, думаю, будет видно. Ну, все-таки человек, который вывел сборную, да, на крупный чемпионат 2020 года, наверное, он должен поднять нашу сборную на новый уровень, как вы думаете? Ну, я на это очень надеюсь. Вот на пресс-конференции он сказал, что в Браузмане он видит человека, который не только центральный защитник, да, но какой-то другого амплуа. Все, представляешь себя в другом амплуа? Ну да. Ну, я вот сейчас в клубе играю правого защитника. То есть год, когда я играл в Турции, меня там тоже пробовали на разных позициях. Я там играл и полузащитника, и нападающего. Ну как, ну для полузащитника, мне кажется, все равно как бы будет очень тяжело сейчас перестроиться. Но для других позиций почему бы нет. Центральный защитник, коим ты играешь сейчас в сборной, да, вообще считается таким последним оплотом перед воротами, да, таким цементным фундаментом. Но история футбола знает часто случаев, когда центральные защитники всегда идут в нападение, забивают голы, особенно с угловых, да, и такой ударной иногда и неожиданной силой считается. Ты любишь ходить в чужую штрафную? Ну, конечно. Ага. Но забивать голы всегда приятно. Сколько голов уже, например, в клубе ты как защитник забил? 2 или 3 гола. Со стандартов? Да, ну со стандарта и с игры. С углового, наверное, да? Ну, с углового, да, забивал тоже. Ну, с игры тоже забил. То есть любишь, с дальнего удара. Любишь ходить в атаку? Ну да, в частности на угловые. Ну, в Абдышате, так как я играю правого крайнего защитника, то есть я постоянно участвую в атаках и в обороне. Постоянно приходится подключаться, помогать атаке, чтобы создавать там большинство. А вот если посмотреть на мировой футбол и твои перспективы роста, против кого ты персонально хотел бы сыграть в большом футболе? Именно персонально? Ну, не обязательно персонально, вообще в защите. Против кого было бы интересно противостоять, скажем так, как тебя как защитника и кого-то как форварда? Ну, против Мбаппе, Холланда, таких игроков, которые физически хорошо подготовлены, сильные, и скоростные данные у них тоже хорошие. То есть они могут и мяч принять сразу с ходом. Было бы, конечно, очень интересно сыграть против таких игроков. Мбаппе и Холланд являются продуктами нового футбола, да? Да. То есть новой формации футбола. Это когда быстрые, физически выносливые и такие креативные игроки, да? И вообще сейчас футбол стал таким более физическим футболом. В связи с этим возросли нагрузки, да, на тренировках.
Вот на твой взгляд, что надо делать, чтобы не отставать от этого тренда? Вот ты как сам больше тренируешься или как ты с этим справляешься? Ну, конечно, поддерживать себя в форме, регулярные тренировки и дополнительные тренировки помимо командных занятий. Думаю, это и поможет. Но все равно нужно еще проводить хорошие полноценные сборы, то есть клубами. Все равно одному всегда тяжело там набрать физических кондиций, когда нет у тебя хорошего помощника, тренера по физической подготовке. Какие были тренерские установки у Александра Кристина и насколько они помогли тебе прогрессировать в футболе? Все-таки тренерская тактика это очень важна для матча. Ну да, ну мы играли по схемам 4-3-3, то есть это более удобная для меня схема. Мы в Абдышите сейчас играем, и в детском футболе я так играл. И, то есть у нас в полузащите были креативные люди, которые могли перестраиваться. Ну и в то же время играли 3-5-2, это три защитника, как бы тоже комфортно. Я играл там правого центрального, выходил. Мне тоже было очень удобно, потому что все равно, когда три защитника, ширина больше, и у меня возлагаются функции плюс-минус, как и в Абдышите. Угу. То есть уже как бы я играю больше, как в опорного выходил, там подниматься с передачами, отдавать. Современный футбол – это не только красивое зрелище, но и тяжелая работа на тренировках, да? Вот сейчас тебя будут смотреть молодые ребята, что бы ты им посоветовал, кто хочет заняться профессиональным футболом? Я бы посоветовал всем работать над собой. Главное, чтобы было желание, трудолюбие. И тогда, думаю, все получится, все будет хорошо. Главное, чтобы они никогда не сдавались и шли вперед к своей цели. Особенно, когда вот эти тяжелые тренировки, да? Да. Каждодневные. Да, потому что все равно это очень тяжело, это и морально. Ну и, конечно, хочу сказать, чтобы родители всегда поддерживали своих детей. Чтобы не было такого, там, это не твое, это не твое. А надо, наоборот, всегда поддерживать своего ребенка, в каком бы деле он ни занимался. И заключительный вопрос, как ты оцениваешь уровень, нынешний уровень кыргызского футбола? И насколько он прогрессировал? Ну, нынешний уровень футбола, он уже такой довольно неплох по Кыргызстану. Можно сказать, что уже как все команды начали играть позиционные игры, через пас, нет вот таких прям сильных забросов вперед. И за последние, ну сколько, наверное, лет 5-6 уровень кыргызского футбола очень хорошо вырос в этом плане именно. Спасибо за интервью, Кристиан. Все, с вами спасибо большое. Желаю удачи. Надеюсь, все, что все в ближайшем будущем увидеть тебя в составе, как ты хочешь, мадридского Реала. Будем работать, стараться. Да, спасибо. Мы будем здесь сидеть и гордиться, и поддерживать все. Вас. Еще раз спасибо. Всего доброго, Рахмат. Спасибо.